кто ложит на меня руку сзади? Ну то глядусь, ну никого нет. Что у меня, что крыша поехала? Ну как она говорит. И когда я спросил, кто ты такая вообще? Знаете, жизнь ее очень сложная. Оказывается, она сидела 10 лет. Она убийца. Пришла, мама умерла, брат сжег наследие, там где-то ютится. И вот она пришла к Богу. А тут ее кто-то рукой тут ее ложит. Я говорю, тебя касается милость Божия. Ты плачешь не случайно, но наставление. Продолжай ходить. Держи общение с народом Божьим, кто тебя зовет в эту церковь. Просто приходи, и ты увидишь дальше, кто тебя касается. Недавно к нам приезжали сосуды Божьи. Друзья мои дорогие, и Бог не ошибся. Подошел к ней и говорит, дитя мое, а руку на твое плечо ложу я. Она залила слезами.